Такая стеклянная стена протяженностью 7 метров появилась рядом со стройплощадкой жилкомплекса «Меланж» полтора месяца назад. Ее изготовили из алюминиевого профиля, применили специальное антивандальное закаленное стекло. Разбить такое практически невозможно, а вот наблюдать за стройплощадкой можно с утра до вечера. Идея была принята коллегиально, да? Ну, в Сибири я не думаю, что у кого-то есть такое стеклянное ограждение, мы, скорее всего, первые, да. И в нашей компании на строительных площадках скрывать нам нечего. У нас есть стеклянное ограждение, видно строительную площадку, что и реечный забор, через который тоже можно наблюдать строительную площадку. Создали так называемую открытую кухню еще и по другой причине. У нас за стеклянным ограждением будут стоять макапы, ну это эскизы. Эскизы фасадов. У нас будет два эскиза фасадов. Это штукатурный будет фасад и кирпичная кладка на подсистеме. То есть они будут в полноценном размере, в полноценном кирпиче. Это сделано для того, чтобы не только клиент наши, да, смотрели фасад на строительной площадке, но и проходящие мимо жители города Барнаула. А таких желающих посмотреть, что происходит за стеклом, достаточно. Это и жители близлежащих домов, и малыши из соседнего детсада, и просто прохожие. Да, постоянно останавливается, и все равно взгляд падает на строительную площадку и, соответственно, на это стекло. Даже любители-автомобилисты проезжают, останавливаясь в пробке, тоже наблюдают за строительным процессом. Кстати, как нам рассказали, стекло выдержит и суровую сибирскую зиму, и жаркое лето. А еще его регулярно чистит клининговая компания. Так что стройплощадка жилкомплекса «Меланж» как на ладони. Современный тихий дом-квартал будет расположен рядом с популярным парком «Изумрудный» и премиальным фитнес-клубом. Со слов застройщика, уже продано 30% квартир. В ближайшее время на стройплощадке начнутся монолитные работы. Сдать «Меланж» в эксплуатацию планируется в конце 2026 года.